Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур, Максим и Григорий. Всем привет. Добрый день. И мы продолжаем играть в DayZ. Второй сезон. Из тебя течет кровь. Прямо от зомби из меня течет кровь. Ой, это так смешно выглядит. Мне больно. На самом деле, просто... Вообще по глупости словил. Хорошее начало серии. Да, просто между сериями остановились и начали торчить его. Ты просто его в елку ушли или ты мстить хочешь? Просто бежим. Ну, у меня есть для него два подарка. Нам бы машина, сейчас. Вот я еще подумал, да? Ну, машину тут найти, я так понимаю, не так просто будет. Сейчас конечно. Из-за горочки поднимаемся, и стоит машина. Но сейчас мы займемся именно тем, что будем искать транспорт. Ну, я так думаю, если никто не против. А где они в основном появляются, в среднем? А их в основном лутаются и прячут. Но прячут на правой стороне острова, это мы сейчас бегали по верхнему острову, отправляемся сейчас на нижний остров. Ребят, как вы думаете, с половиной здоровья мне норм бегать или перелить все-таки? Перелить, сейчас зальем тебе в елку. Давайте кто-нибудь. А ну ладно, в елку. Я, блин, прям на этом поле сел. Гений. Переливаем, господа. Ага. Давай еще громко в чат напишем. Ребята, мы в поле переливаем кровь. Бумбокс поставим еще, да? Ну. А хватит, так стопает, Юр. Тут хорошо. Иди сюда. Залага. Магир. Он тянет ко мне руки, стреляй. Ты чё творишь? Ты чё там против имеешь? Кто хрумкает? Это я. У меня лечат. Я не могу на голодный желудок заливать кровь. Доктор, вы хотя бы не пьете, да? Все. И выпил тоже. Так, все, отправляемся. Игра стала новыми красками блистать у Джека, зрителя. Нет, Джека. Не. Серый экран. Нажми скип. Серый экран и половина здоровья. И я хочу, ну, очень. Я думаю, сейчас отлагает и все будет хорошо. Ты пакет крови захарчил. Это я тебе так скажу. Ну, честно, без обмана. Волшебника Зулимана все. Нет. Ну, значит, не урожай. Один пакет в крови тебя не вошел. А смотри, возможно, я заражен теперь. Нет, точно. Ты не заражен. Кашляешь? Да. Бывает. Справа выживший. Но упал. Он очень далеко. Он упал только что у меня на глазах. Кто-то его убил, да. Или а он там еще один бежит. Так, давайте наблюдать. Достаем бинокли и наслаждаемся шоу. Да-да-да, товарищ. Под названием выживание. Один упал бездыханно, другой бежит без ничего в сторону дамбы. Зомби перекрестился. Перекрестился. Серьезно, посмотри. Господи, что происходит. Пойдем, я, кстати, могу показать скилл суперснайперского выстрела, но мне просто в лень. Он упал, слышишь? Смысл? Да нет, зачем? Да он голый, он тоже умер, слышишь, их убили. Может, их снимает, кстати, как раз таки. Да-да-да. Ну, а вы слышали выстрел? Я думаю, если бы там шмалили со снайпера. Не, могут с той стороны просто, или он с того берега вообще. Я, кстати, по-моему, начинаю маленько ориентироваться на острове. Я нет. Я вижу лишь рюкзак от этого чувака остался. А он там еще один вдалеке. Ну, ты с горки, да? По идее так. Да тут может из любой елки просто лететь. Ладно, продолжаем наш путь. Это значит, что на дамбе будет весело, а мы пойдем только как раз через дамбу. Ну хорошо. И у меня так и не перелилась кровь. Иди сюда, еще одну залью. Господи, блин, я от ранжира. Я пока попью, если вы не против, господа. А у меня больше нет, да пожалуй. А нет, есть. Я лью второй, слышь. Ты такой расплывчатый. Я, да. Спасибо. Это комплимент? Тебя да. Не тошнит хотя бы? Нет, но... Вот, как? Вот сейчас все отлично. Не за что, зрители Джека Шепарда. Да. Ну-ка, подожди. Справа зомби. Заспавнился. Вы позволите мне посмотреть? Да. Я посмотрел, там зомби опять ходит. Интересно. К черту. Блин, ну интересно же. Да, я знаю. Ну, а что мы можем? Давай, введи, куда ты там вел. Я веду, просто что мы можем? Ну, мы можем... Веду, можем все. Поплыть туда, спись нас там, все дела. Я понял. И пока мы будем плыть, упадет один, упадет другой и упадет... Все-таки тихо, последний контрольный, потому что там зомбак прям по берегу ходит, это не есть. Этого не может быть. Странно, это очень. Странные события происходят на том острове. События странные происходят на острове там. Вот рюкзак мертвых, типа. Да. Ой, вот у меня просядки FPS теперь. Теперь у меня. Все отлично, ребят. Зомби вообще вон на том дальнем берегу теперь один ходит. Блин, мне на секунду показалось, что я видел ледяного голема в лесу. Да-да, вот я того же и видел, который там один.
Неужели там кто-то лежит на респе кепок и просто шмалит их? Ну, ты знаешь, сколько таких людей? Вполне ну, судя по спавну зомби, так и есть. А, кстати, когда те двое умирали, кто-нибудь обратил слева, надпись появилась, что они мертвые или... Я видел, как сначала один просто упал, а второго застрелили, я видел как. Пойдем. Эх. Тайна. Жизнь, жестянка. Суровый Намальск. Мистерия. Справа внизу что-то лежит. Что где? Выглядит оно не как обычный объект. Хотя, может, это камушек. Отсюда видно дамбу. Это рюкзак чей-то. А значит, кто-то умер. Блин, нифига глазаст. Это жесткий вообще. Это так на том что... берегу? Нет, на нашем. В дереве кто лежит? А, нет, это Максим бежал, да? Я бежал. Да-да-да, мне показалось, что это лежит. Мы добежали до военной базы, которую вы лутали. Угу. Первую. А слева от нас. Угу. Ну понятно, что они справа, да? Ну, значит, здесь кого-то убивают. Ну пока вроде тихо. Продвигайтесь дальше. Да идем, я за Джеком Шепардом потихоньку. Я просто все тут бегу. Я увидел Максима и бегу. А я вперед иду, глазею. Вон то озерцо. Угу. Нехорошее место. Странное место, говорили старики. Приезжайте на Намальск, говорили они. Будет весело, утвердили они нам. Ну да. А мы их послушали, ведь на нас упал вертолет и не хороших взвешенных решений от нас. Мы думали, что хуже быть уже не может. Да. После того, как на вас упал вертолет, мы думали, что все. Мы видели все. Не, ну вообще вспомнить, проанализировать тот момент. Мы все ломанулись вперед, и какой-то читер появился и решил упороть наш вертолет. И Макс такой разворачивается. Вертолет взлетает. А мы стоим такой, я царь горы, нет, я царь горы. Ну я его нормально срезал. И он на меня его главное такой. Есть вариант переплыть безопасно на самом деле, да. Не бежать через дам. Задним ходом мы сможем вообще выплыть. Но скорее всего сюда на ней кто-то приплыл. Это первое. Что она смотри, как стоит. Ну блин, я, конечно, все понимаю и верю, но. Так, реально. Ну ладно, давайте тогда. Вы тут елочка сядьте, я подойду, если меня снимут. А, ни хрена это не будет безопаснее. Мы переплывем, а там дамба все равно на той стороне. А через море плыть я не собираюсь. Это еще большую мишень на себя прикрепить. Я слышу зомби слева. Это а может гирнуть хотя бы? Я не думаю, что кто-то будет что-то складывать в лодку, которую он же и бросил. Ладно. Чисто пока. Да вроде как. Кабан спереди стоит в лесу. Палит. Кабан нам не сильно нужен. Ну, конечно, палит. Я думал, ты сейчас скажешь, кабан нам не соперник. Я вижу Артура, а где? Да вот, все нормально. Все. Так. Сейчас будет жесть на дамбе. Подожди, это что такое спереди вот этот? Это... странные конструкции. Обрушившийся лэп. Да. Понятно. Стоп, то есть ты хочешь выбежать из леса, а как же самый любимый момент зрителей, когда мы бежим в лесу? Ты хочешь его закончить вот так просто? Мы вернемся. Бега по лесу. Вторая часть, вторая часть уже рядом, да, вон она. Сикл. Да. Блин, вот сейчас вот, в принципе... Вот сейчас, я думаю, пойдет уже. Я что-то предчувствую сегодня, вот просто весь день, что я получу пулю. Я тоже чую, что... Кто-то сегодня умрет. Кто сегодня умрет? Раз, два... Проверим мой дебаг-монитор. Снайпер возьмет тебя. Как он, через инсерт же? Ага. Я убил аж 7-8 человек. Я убил одного. Хуманити 120. И никто из этого одного не был бандитом. Я все еще хороший человек. А я убил двоих, и я молчу. Сколько у тебя хуманити? У меня 900. Нормально, да? А у тебя, кстати, было 900 на одной серии, а теперь... Тихо-тихо, зомби. Помнишь, Джек. Когда повторяешь одно слово много раз, оно теряет смысл вообще. Если много раз говорить слово рис, получится интересное слово два.
А если ты повторишь много раз слово жвачка? Жвачка, жвачка, жвачка. И что? Жвачка, 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 жвачка. Тут зомби бежит. А если ты много раз скажешь много? Много, 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 много. Не ругайся, Джек, ты говоришь слово говно. Нет. Да. Ха-ха-ха. Аристократический юморок. Все, так, все, дамба. Дамба, дамба. Петросянотерапия. Да. Начинается серьезное дерьмо. Надо вводить рубрику «Минутка смеха». Минутка леса. Дамба. Часик леса. Относительно лэпа вот этого она. Где примерно? Вот как мы шли прямо, вот за минуту точили. Вот мы, да. Да. И вот дамба там спереди. Один какой-то человек смышленый написал, типа, как я, говорит, играю в DayZ. Появляюсь, 5 минут экшона и умираю. Как ребята играют, появляются, экшон, 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 и вот так до бесконечности. Прекрасно играют. Да. Так, дамбу кемпят 100%, 150%. С какого расстояния примерно? Поэтому я врываюсь. Я не могу сказать точно, но зомби там ходят уже и без нас. Стоит на крыше вверху на факторке. Тихо, 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 тихо. На факторке во весь рост стоит палит. Ну, мы только ты можешь. Он один, он с топором. И он кепка, давай его не трогать. Может быть, это разведчик? Ну да. Ладно. Ты видишь рядом с ним армию, вертолет, там танки, которые он направит сейчас на нас. Пусть ставится, видишь, ему и так плохо. С ним там рядом зомби был. Ой, они так, к нему поднимаются. Он такой испуганный, да, они идут его убивать. Ой, а мы сидим стрелял? И смотрим. Кто стрелял? Я с глушителя, я с глушителя выжил. Зомби бегут. Но это уже за вами, это не за мной, это округлый сделает. Да-да-да, к Артуру, по-моему, подбежали. А выстрел, я слышал, ты правее меня. Да, я с глушителя. А зомби слева. Все, я за Максима. За Максима. Тут чувак с кепкой, с оружием, что мне с ним делать? Решайте быстро. Где? В доме, в развалинном, спрятался от зомби. Я могу с ним поговорить, если хотите. Подожди, да? подожди. Можно я кое-что сделаю? Под ствол хочешь? Туда. Может, да, давай познакомимся жарит. Сначала? Аллах Акба! Я пошел с ним. И куда? Че это было? Слишком далеко. Ну ладно. Под стволка не круто. Короче, я понял. Стреляем, потом общаемся. Ладно. Я мог его убить сразу. Ну понятно, то. Вон он вышел. Добра он не ждет. Умер. Ты не умер, судя по надписи. Нет, не умер. Ну, словил хорошую, поломал кости. Я к нему врываюсь. Господи, я вас потерял просто. В доме там тип с калашом был, я точно видел. Этот ползает. Он с топором. Блин, да он с топором. Там на крыше человек вообще в панике. А, он выбросил калаш. У него кончились патроны. Блин, за нами зомби. Я сейчас по левую сторону дороги. Я понял, я иду через дамбу. Короче, нельзя оставаться слишком много зомби. А, нельзя оставаться здесь слишком много зомби. На крыше человек с топором, я его оставляю в живых. Да. Че, рвем к этой, к даме? Ты куда? Да. Ты че вниз пошел? Так удобней. Ой, блин. Я слышу мух рядом с мостом. Угу. Пересекаем это опасное место как можем. Артур? Я с левой стороны, той же самой дамбы. Понял. Мы почти пересекли ее. Угу. Чувак, странно, чуть правее я видел мертвого зомби. Давайте поднимемся к мужику с топором. Попробуем познакомиться с ним. Если уж побежит драться, то что-нибудь ему этот. А так я ему свой пистолет подарю. Он общается. Он что-то говорит. Стой, не бойся, чувак, я тебя убью. Слышим тебя. Не надо, не говорит. Не надо, говорит, меня убивать. Да все нормально, успокойся. Мы пришли с миром. Стрелять не будем, сам не стреляй. У него нечем, топором только. Да мало ли, может, он прячется. Ну топор же стреляет, по идее, анимацией. Здорово. Кровосос тут где-то, прикиньте. Кровосос, готовимся. Пацаны. Кровь льется сверху вышки, и там кто-то мертв. Максим, так, ты я зомби, вхожу, ты... Я не... Я вхожу, мать его, ёб. Кто уже в заводе? Кто-то кричит. Все нормально. Кто в заводе? Кто мы в заводе? Мы на заводе сверху, внутри никого нет. Понял.
чувак орёт арт. Я стреляю по зомбям. Спокойно, спокойно. Мне кажется, надо уходить, да? А то он сейчас всех зомби позовет. Рекомят. Тут чувак с топором. Он меня бьет. Парни. Дровососы, чувак с топором. Господи, вниз кто-нибудь, спуститесь. Бегу, бегу, замес. Я снизу. Где именно? Блин, тут кровосос стоит, и там чувак был с топором. Где именно? А, мужик с топором, лучше не надо, не стоит. Так, ребята, друг друга не шлепните, потому что... А зачем на тебя сегодня с топором? Понимаешь меня? Вот мужик с топором. Не атакуй, смотри, я тебя убью сейчас. Тут кровосос стоит, ему норм. Бил? Вы по одному мужику... Вы жестокие убийцы, просто. Ты смотрел, он меня убить хотел, он меня махал топором. Миш, стой, что ли? О, тихо! Шепард, ты чуть-чуть стрелу не убил. Я тебя чуть не убил. Я устал тебя, брат. Мы пошли, выброс начинается. От выброса куда прятаться? Здесь оставаться. Ох, это было что-то. Настоящий ролеплей, я вам скажу. Просто расслабься, я тебя прошу. Я убил вообще. Господи. Артур, тут два рожка на твой автомат. Наверху в углу. Я вижу, да. Этого стоило ожидать как-нибудь. Ты посмотри на него все-таки, я бы, честно говоря. Я смотрю на него. Хорошо, я смотрю в окна. Выброс начинается, переждем его здесь, да? Да-да-да. Ну, все, хоть взял? Посмотрим. Нет, я пока не беру. У меня, в принципе, станага 4. Я зомби пока убью. Я даже брать не буду. Мне хватает патронов. Мне патронов хватит, чтобы так, Макс, ты осматривайся вокруг вышки. Да-да-да-да-да. Я осматриваю все, что могу. Здесь ДМРка одна лежит, если что. Да. Мы тоже рады тебя видеть. Вот честно. Особенно я. Ой, я не знаю, что выкинуть. Сейчас там все люди напишут, что типа парень просто на седьмом небе от счастья, и все хотят быть на его месте. Такая история. Все могут быть на его месте. Да. Но он просто сильно перевозбудился. У него такие. Счастливо. Подожди, а где этот выброс? Я просто выброс ни разу не видел, мне интересно. Ну я вроде услышал звук выброса, просто много. Дача, да. Зомбак покончил жизнь самоубийством. Я видел, он спрыгнул. Кровосос! Кровосос где-то тут. Но он тут был, и знаете, как я испугался, когда за мной бегал чувак с топором, который пытался меня бить, и кровосос появился. А я был один, я был совсем один. Парень с топором сделал вид, что убежал. Он сейчас забежит, аккуратно. А нет, он дальше побежал. Убиваю зомби. Аккуратно, Джек Шепард, ты отойди от окошка, потому что твоя спина прямо в нем. Да, блин. Который с топором, он идет на вышку. Да ему плевать вообще. Нормально. Воу, а ты откуда? Воу, Андрей Голубев. Что, кто? Еще зомби? Да. Понятно. Рядом со мной кто-то упал. Рядом со мной бегает кровосос, я услышу прям, но я не пойму, где он. Пока он не атакует, я думаю... Он внизу, по-моему. Он не может полезть. О, там что для М-31 патрона? Дамы и господа, с выбросом, видимо, мне показалось. Ты нас напугал. Да, а, блин, мы тут не сможем, да, пройти? Вы где? Вы внизу находитесь? Вообще там мы на лесенке. Я понял. Спускайтесь вниз и двигайте в сторону дамбы. Понятно? Именно не назад, а вот в сторону направо. Угу. И чё? Надо уходить. Ты вышел, Джек Шепард? А, выхожу. Бегу за тобой. Что за парень-то был, который пытался нас... Вот ушел я в низину справа от дамбы. А, я его похоронил, гениально. Низину справа от дамбы? Да, ну ты же говорил справа от дамбы. Понял, да. Только как вот мы бежали, а не как сейчас мы смотрим на нее. А, с вашей стороны. Ух, да, кровосос. На кого он? На меня. Не вижу. Компас нужен. Ну появится, я думаю, я его решу, конечно. Джек Шепард, это я. Я вижу, да-да-да. Давай, Джек Шепард, я за тобой, я не знаю, где там ваша сторона, что там как, поэтому... Кровосос! Я слышу выстрелы, вы? Да. Бил. На дамбе нельзя такое устраивать. Ну, я понимаю, но он бы бежал за нами, бежал и бежал. Что, если со спины?
Понял, уходим. Видел меня? Да-да-да. Все, мое направление. И уходим. Ну слушайте, это действительно такие контртеррористы. Да. Чувствую, машина моя... бибикает. Может это приехать? Где? Метров 400, вот куда я смотрю. На 12 часов. Я предлагаю всем укрыться и посмотреть. Или давайте на горку поднимемся. Вижу вот. Машину, могу останавливать. Зачем? Они бибикают. Вон они едут на оффроде. Что делаем? Если в нашу сторону едут, стреляйте. Едут по дороге вниз к дамбе. Я от них слева. Зомби на вас бегут. Он в нашу сторону едет. Ага, и бибикает нам. Я буду работать только когда... Дружелюбный нет. Он бибикает. Блин, я хз, что делать, Артур. Я перелез через ограду. Да эти долбаные спецназовские приколы. В нем один чувак, и он не бандит. Да. У него оружие, по-моему, даже нет, я посмотрел. У него морда зомби. Да это ничего. Ребята. Спокойно, спокойно, стрелять не будем. Сади к себе. А смысл? У него же оффроуд на два места так. Так, наверху Макс, да? Угу. Я просто хочу. Здорово, отъедем, может, куда-нибудь? Потому что тут опасно. Невероятное общение. Ну, тут да. Кровосос лежит мертвый в елке. А я нашел. Все, бро, притормози. Если он тебя увезет, я остановлю. Ты познакомиться хотел, что ли? Че, как дела? Смотри, если он меня грохнет. Я попал, ты скажи просто. Ты попал. Да, он попал. Я тебе скажу так, чувак, ты попал, да? Без шуток. Аккуратно, зомби. И все-таки отходят от зомби. А я вот искал, ребята, искал очень долго. Нормально. Ты нас нашел. Есть что покушать? Блин, машина бы, конечно. Смотрите, пожалуйста. Мы ж не гопники же пускать. Ну, есть или нет? Есть или нет? Есть. Замечательно. Так, и сейчас нужно убрать это все дерьмо зомбящее. Первый ушел. Серия смешная получилась. Да ну, это какой-то хардкор еще с этим общением. Ага. Даю вам полное. Господи, постой ты уже, ну. А что, машину лутать? Ну я пойду посмотрю, что машина. Я пока пацана залутаю. Я та еще дичь, судя по всему. Херачил. А там колесо и больше ничего нет. Отлично. А дай-ка мне в твою сумку посмотреть. Да, он такой. Ой, блин. Сейчас нас грохнет кто-нибудь со стороны просто, пока мы тут сидим. Я тушеночку взял, спасибо. Да, пожалуйста. Он не угонит твою машину, не переживай. Джек Шепард просто гоняется. Там есть что интересное? Ну ты меня сейчас убьешь! Машина пустая. Пустая. Все, мужик, спасибо. Было приятно познакомиться, мы пошли. Удачи, не болей. Доброго, ТПС. Сейчас спину. Угу. Счастливо. Спасибо, что покатал. Ой, блин, ребятки, я сидел в машине. Вот это круто. Да. Это было что за круто? А, впервые человек искал нас не для того, чтобы прикончить. Да, и мы с ним даже поговорили. И мы даже поделились и пообщались. Ну, то есть, как он поделился. Да, мы пообщались. А можно я посмотрю, что в твоей сумке такое? Я сразу пошел в машине кататься. Он же сам сказал, что найдете. Да, там ты машину. А он решил, только если он знает, давайте уйдем, просто чтобы от него как бы избавиться. Он за нами сейчас будет ехать. Не дай бог. Да нет, он поехал уже по своей дороге. А, ну все. Какой кровосос? Мы кровосос убили. Я слежу. Два человека и оба мирные, вы представляете? А ведь не сам... Первый вообще был прикольный. Если первый перед ним был немирный. Если подумать, ну да, один немирный, а на двух мирных. У меня два убийства и минус 300 химанити. Я животное. Ты да. Всегда говорил. Отлично. Авторитетное мнение от человека, который да. Разбитый вертолет, дамы и господа. Движемся к ним. О, вот он. Я думал, где далеко. Смотри, мишка, какая-то а фартовая серия. Ничего интересного, внутри даже не заходите, проходим мимо. Я уже реально чувствую, что... Блин. Не может все так хорошо идти, ну просто нет.
Да он просто своим сказал, лучше, что... Я просто, если честно, чувствую себя не по себе, вот чуть-чуть. Да. Я не привык. В жизни ты встретил я не привыкший к такому вообще, то есть. Очень хорошо. Мы сейчас отправимся на завод. Я думаю, когда мы туда дойдем, времени уже пройдет порядком много, и мы закончим на этом. Серия ультра насыщенная получилась. Супер, мега, ультра насыщенная. Мы пообщались впервые. Впервые мы пообщались с живыми людьми. Артур долго предупреждал типа с топором, что хватит, мужик, тебе ничего не светит, но чувак с топором просто хотел крови, за что поплатился своей жалкой и без того жизни. Ну, да. Единственное, что я слышал в первые секунды, когда забежал внутрь замка: Артур, 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 тоже... Артур, Артур. Такой жесткий. Парниш, ты крутой. Да, особенно второй тоже вообще молодец. Именно приехал, вот он помочь чем-то посмотреть. Без каких-либо там говнястых целей. Вот это вот 19 читеров на 39-местном сервере. Это было смешно. Ребята, которые пользуетесь читами, я надеюсь, когда-нибудь вы найдете игру, которая вам очень нравится, но вы не сможете в нее играть из-за читеров. Вот такого я не желаю. Ты прям злой. Ты прям вообще, да. И ты даже не пытаешься их исправить, ты просто желаешь им. Нет, это бесполезно. Ладно. Но я не желаю им зла, просто. Обманываю. Я бы каждому из них руки повырывал и в жопу засунул. Да, но... так и было, сказали бы. Это да. Ну что, ребята, я вообще предлагаю на этом серию закончить, потому что события... Давай пробежим чуть-чуть. Тут буквально Децл остался, может, что найдем интересного. Потому что серия короткая. Как скажешь. Короткая? У меня просто, как обычно, часов нет. Я даже не засекал. Счастливым часы не нужны. Мне в комментариях напишут: Стрила продлил нам серию, ура! Вы можете зайти на канал Чувствилы, поставить ему лайк. А то в первом сезоне, как обычно, да? Джек Шепард хочет завершить серию, Джек Шепард плохой. Блин, я сейчас... Для меня открылась новая игра, вот честно, я сейчас думаю... Мы вот этого и добивались, чтобы какие-то новые эмоции даже ты получил, учитывая, что ты эту карту знаешь, вот и до... Теперь ты не просто бабах, ты дых, эта кепка, я ее не убиваю. Теперь ты можешь реально поговорить с человеком, он тебе реально отвечает. А самое главное, мы провоцируем людей на добро, то есть они, некоторые хотят нас убить, а многие хотят просто поговорить, вот как этот товарищ взрослый на пикапе. Ну, я думаю, ты бы не хотел особо кого-то убивать, а вооруженных человека рядом. Даже если чувак найдет другого человека, он сначала с ним будет разговаривать, а уж потом они будут... То есть вот это именно социальная часть общения вот в этой игре, это классно, если будет побольше такого. Слева вышка, как всегда. Да, но она нам не нужна, мы в полном запаке оружия. Кстати, шутки шутками, но с завода я хотел отвезти нас прямиком на А2. Ну, я думаю, в следующей серии пойдем туда. Так что злое предчувствие у вас было не зря. Гигантская ледяная гора. Гигантский завод. Я пойду первым. На котором... Я хочу, чтобы меня героично убили. Мне показалось. Там еще такой прием, которому я научился у шамана. Сначала вниз не спускаются, там лестница такая длинная, сначала туда летит граната. Ага. Но что за башня нет. Водонапорная? У меня есть граната. Это завод, про который я вам говорил, корточки. Ага. У меня граната есть. Блин, а мы есть. Же даже... Джек Шепард, хочешь, я тебе дам эту гранату? Ты у нас любишь всякие там подствольники и тому подобное. Сейчас серию завершим, я ее тебе переложу в этот. У меня есть еще тоже граната есть. Кстати, это все, конечно, супер клево и карамельно, но единственное, что мне сейчас в голову пришло, что с человеком, которого мы красного кирпичного дома убили, мы не попытались поговорить. Мы его просто порешали. Ну, ты же там просто прямая опасность, да. Не, там просто, блин, ну и он просто знает в таких обстоятельствах. Там только на зоне было. Вот лес, в котором мы сейчас закончим, все. А потом залутаем завод и пойдем на А2. Логично? Беги, лес, беги. Да, ну чё, давай. Ну, я смотрю, ты там полон впечатлений, давай лучше ты закончи. Давай ты. Ну хорошо, но слов у меня сейчас не хватает. Действительно, это новая игра. Это уже не DayZ, это Sims DayZ. Пошел невероятный. Куча общения, куча людей, куча врагов, куча читеров. Серия была насыщенная, крутая, мы убили всего сколько? 2 человек, и с 2 мы подружились. Да. Это, я считаю, это великолепно. В следующей серии мы отправимся на А2, а пока что отдохните и посмотрите что-нибудь еще. С вами был Шестрила Джек, Артур. Всего хорошего. Пока.